9 августа текущего года старший тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов, рискуя собственной жизнью, спас на одном из пляжей Каспийска утопающего 65-летнего мужчину. Альберт проводил тренировку, после которой решил полюбоваться видом на море и заметил в воде человека. Не раздумывая, он бросился к большим волнам и вытащил мужчину на берег. В итоге мне пришлось туда в воду спуститься и пытаться его просто ловить, когда его в очередной раз волной будет бросать на камни. Вот, несколько раз хватал, но не получалось в какой-то момент. Меня самого туда затащило вместе с ним. Сегодня, 13 декабря, в конференц-зале управления ГО ИЧС по городу Каспийску грамоту от имени главы города Бориса Гонцова из рук его заместителя Казбека Демирова получил родной брат Альберта Роберт Муталибов. Сам тренер в силу служебных обязательств находится в городе Москве. Демиров попросил брата героя выразить Альберту благодарность и признание от имени администрации города Каспийска и пожелал успехов в тренерской деятельности. Поблагодарим его брата за принятие участия в воспитании, то, что вот есть на самом деле вот такие люди, которые мимо не проходят беды и оказываются в нужном время, в нужное месте, да, то есть и не проходят, помогают, поэтому так держать. Отметим, что ранее геройский поступок Муталибова отметил министр спорта Республики Дагестан Сажид Сажидов. Руководитель ведомства вручил Альберту благодарственную грамоту за проявленное мужество при спасении утопающего.